Я рад вас приветствовать. На связи Павел Шпорт и в этом видео я спешу сообщить вам о выходе своего нового видеокурса по заработку. Это видеокурс по заработку в Telegram. Многие мои подписчики видели, что в 2019 году я начал вести свой Telegram канал. Вот вы видите его на своих экранах и в принципе мои подписчики видели, как я его веду и что он из себя представляет. Но немногие догадываются, какие заработки может приносить такой телеграм-канал своему владельцу. Для меня, если честно, такие заработки были тоже неожиданностью. Так как с первой же рассылки в этом телеграм-канале, а она была в апреле 2019 года, я заработал больше 40 тысяч рублей с одной рассылки. Вот вы сейчас видите, с одной рассылки было заработано 42 тысячи рублей. Если сравнить эту рассылку, например, с e-mail рассылкой, то e-mail рассылка никогда таких результатов не давала. И в данном случае эта рассылка была сделана в телеграм-канале, в котором было всего 1000 подписчиков. И дальнейшие рассылки приносили примерно такой же результат. И в своем видеокурсе я расскажу, как добиться таких же результатов. Для начала я хотел бы описать плюсы использования Telegram. Почему именно в Telegram сейчас выгодно и удобно зарабатывать. Во-первых, потому что после того как Вы все настроите, зарабатывать вы сможете просто имея телефон в кармане. Потому что у Телеграма есть мобильный мессенджер, который можно просто установить на телефон. Если у Вас до сих пор не установлен Telegram, то в первом уроке видеокурса будет дана подробная видеоинструкция по установке Telegram на телефон и на персональный компьютер. Второй плюс это бесплатная рассылка. То есть все публикации, которые вы будете у себя размещать вам не будут стоить ни копейки. В отличие от, например, e-mail рассылки, за которую вам необходимо платить, либо за коммерческие сервисы, либо если вы занимаетесь партизанским маркетингом, не используя коммерческие сервисы, вам все равно необходимо покупать либо аккаунты, либо какие-то расходники. В общем, сейчас даже самостоятельная email рассылка является платной. Хоть какие-то деньги, но необходимо платить. В этом плане Telegram он абсолютно бесплатен, абсолютно бесплатная рассылка для вас. То есть абсолютно бесплатный доступ к аудитории, а доступ к аудитории это всегда деньги. В Telegram канале нет понятия такого как спам, в самом телеграме, конечно же, понятие спам существует. То есть, если вы просто возьмете и начнете всем подряд слайд сообщения, вас, скорее всего, заблокируют. Но если подписчик подписан на ваш телеграм-канал, вы можете публиковать там все что угодно, ну, кроме, конечно, запрещенной законом информации. И ваше сообщение будет стопроцентно доставлено вашим подписчикам. Подписчики в Телеграме более лояльны к вам, более лояльны к автору канала, нежели чем в e-mail рассылке. Потому что в телеграм-канале вы можете отправить пользователям и голосовое сообщение, и просто текстовое сообщение выглядит как обычное сообщение от друга. Который подписчику может также написать просто в Telegram. И в данном случае при получении сообщения в Telegram от вас он вас чувствует ближе, чем когда он получит безликое холодное e-mail сообщение от вас. Поэтому в данном случае Telegram вызывает более высокий отклик аудитории. Соответственно, если брать в разрезе заработка то приносит более высокий заработок. Работу с телеграм-каналом можно разбить на два основных этапа. Первый этап ⁇ это создание канала, который мы создадим вместе с вами в рамках видеокурса и привлечение на него подписчиков. Второй этап ⁇ это работа с подписчиками и уже извлечение из них прибыли. На первом этапе необходимо будет закупить этих подписчиков. Да, да, не удивляйтесь, нам придется покупать подписчиков, придется покупать трафик. Минимальные вложения, которые потребуются, это 500 рублей. Если вы в текущем году планируете зарабатывать в интернете без первоначальных вложений и считаете, что это возможно, то проходите мимо. Нарветесь на кучу лохотронов, сольете еще больше денег и, скорее всего, вернетесь сюда. Если вы все же трезво смотрите на объективную реальность и понимаете, что все-таки какие-то вложения для развития своего дела нужны, то продолжайте смотреть это видео дальше. Потому что в своем курсе для покупателей я подготовил два бонуса. Первый бонус может помочь вам снизить первоначальные затраты на покупку подписчиков, покупку трафика, а также поможет быстро вам заработать. Это бонус с информацией о том, как за 20 минут заработать 4000 рублей в интернете. И эти заработанные деньги вы как раз-таки сможете пустить на трафик и на подписчиков. И второй бонус ⁇ это доступ к моему сервису по привлечению подписчиков, по привлечению трафика. И давайте я вам сейчас покажу, что представляет из себя этот сервис, к которому я вам предоставляю доступ в качестве бонуса. Я создал свой сервис по продаже трафика из контекстной рекламы. У меня настроено несколько рекламных кампаний, из которых трафик направляется на этот сервис. Реклама для привлечения трафика и подписчиков здесь настраивается буквально в два клика. Я создавал этот сервис специально для начинающих. И покупателям моего курса я предоставляю в качестве бонуса доступ к этому сервису. Но обратите внимание, что количество бонусов ограничено. Бонусы предоставляются только первым покупателям курса. И если рядом с кнопкой покупки есть информация о том, что бонусы еще есть в наличии, значит вам повезло. Вместе с видеокурсом вы получите эти два бонуса. И давайте сейчас, чтобы не быть голословным, протестируем работу моего сервиса по привлечению трафика и подписчиков и в целом схему работы в Telegram. Я уже создал заготовку Telegram канала, накидал туда несколько публикаций и накрутил туда подписчиков. Не живых, а просто ботов. Это необходимо для того, чтобы наши живые подписчики не чувствовали себя, так сказать, одинокими в нашем телеграм-канале. Следующим шагом я настроил рекламную кампанию в своем сервисе и указал в настройках свой вновь созданный телеграм-канал. И теперь я включаю трафик. Сейчас я запись видео остановлю и завтра, когда уже подписчики появятся на канале, я сделаю рекламную публикацию. И послезавтра уже будет понятен результат. Итак, у меня настал следующий день. И сейчас мы посмотрим результат от привлечения трафика, от привлечения подписчиков на наш канал на 1000 рублей. В статистике сервиса моего мы видим, что было привлечено 200 посетителей. Смотрим, сколько из этих подписчиков остались на нашем телеграм-канале. Сейчас в нашем телеграм-канале 302 участника. До привлечения трафика их было 218. То есть получается, в итоге привлеклось 84 подписчика. Следующим моим действием будет размещение в этом телеграм-канале рекламной публикации. Я уже подготовил небольшой текст. Сейчас осталось только вставить рекламную ссылку на партнерский продукт. Ссылку я эту взял из сервиса партнерских программ. И, соответственно, этот текст размещаем в телеграм-канале. Размещаем публикацию. Теперь также необходимо дождаться следующего дня и посмотрим, сколько денег нам удастся заработать с одной публикацией. Итак, прошли сутки после размещения платной публикации. Вчера, когда разместил публикацию, было всего 5 переходов по ссылке, 1 переход на оплату, 4 посетителя и оплаченный заказ всего 1. И сегодня переходов по ссылке 8 и оплачено заказов 2. В общей сложности заработок составил 2378 рублей. Это очень хороший результат, чистыми получилось практически 1400 рублей. И огромный плюс телеграм-канала в том, что вы можете по этой же аудитории снова и снова и снова размещать платные публикации и получать примерно такой же результат уже без финансовых затрат на трафик. Итак, давайте еще раз пройдемся по всем плюсам этого видеокурса. Приобретая видеокурс, вы получаете в качестве бонусов схему быстрого заработка 4000 рублей за 20 минут вы получаете доступ к моему сервису по привлечению трафика, по привлечению подписчиков из моих настроенных рекламных кампаний. Реклама в этом сервисе настраивается всего в несколько кликов. Вы получаете возможность создать свой телеграм-канал и привлечь туда заинтересованную живую аудиторию, по которой вы сможете рассылать сообщения абсолютно бесплатно и со стопроцентной доставляемости. И самое главное, вы сможете размещать в своем телеграм-канале Платные публикации и таким образом создать себе автоматический заработок в кармане.